Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. На базе Уджигутинская центральная районная больница работает ковид-госпиталь, рассчитанный на 170 мест. Лечение могут получать жители со всех населенных пунктов республики. Привиться рекомендуется и тем, кто обычно пренебрегает вакциной, уповая на силу своего иммунитета. В Карачаево-Черкесии стартовала прививочная кампания от сезонного гриппа и ОРВИ. История Клухорского перевала вписана в летопись «Великой Победы». Здесь на высоте 3000 метров в 1942 году шли ожесточенные бои. Мы играем здесь в волейбол, баскетбол. Спортивную площадку к новому учебному году школьники Тибердинской первой школы оценили. Теперь их любимый предмет – физкультура. В Карачаево-Черкесии все еще действует режим повышенной готовности, что прежде всего подразумевает готовность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь как амбулаторно, так и в стационарах, заявил сегодня глава республики Рашид Тимрезов. Также он отметил, что необходимо продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, воздержаться от участия в организации массовых мероприятий. В Черкесске, где сконцентрированы крупные рестораны, запрещено проводить мероприятия с участием 50 человек, отметил глава. На базе Уджигутинской центральной районной больницы по поручению Рашида Тимрезова работает ковид-госпиталь. Он рассчитан на 170 пациентов, 20 из которых для детей. Медицинские работники временного госпиталя полностью снабжены средствами индивидуальной защиты. Также есть все необходимое оборудование – аппараты ИВЛ, компьютерный томограф, рентген-аппарат, ЭКГ. К 138 больничным койкам подведен кислород. В круглосуточном режиме работает и лаборатория, где оперативно выполняются все необходимые анализы. На сегодняшний день здесь лечатся от ковида 17 жителей республики. За последние сутки в госпиталь поступило 12 пациентов. Все они получают необходимое лечение. Медикаменты предоставляются в полном объеме. На сегодняшний день, на 16 число, на утро уже было 17 больных. Поступают больные со всей республики. Там есть и Ногайский район, Зеленчукский, Уджигутинский район, Карачаевский район, Прикубанский район. Они поступают со всей республики. На данный момент одна больная, которая находится в отделении реанимации интенсивной терапии, а остальные находятся в общих отделениях. Когда мы собирались первый раз открываться, были доктора с Уфы. Согласно их рекомендации, все входы, выходы, зоны, все они отмечены. И я думаю, там пересечений никакого не должно быть. На сегодняшний день смену заступали мы 2 часа ночи. Мы работаем 6 часов, наша смена продолжается за сегодня, за сутки. То есть было госпитализировано 12 пациентов. Тяжелых пациентов у нас 1 пациентка. Алгоритм лечения все на всех этапах все выполняется. Все врачи отталкиваются от новой 8-й версии. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 составило 6093 человека. Из них 4634 выздоровели. Госпитализированы 276 пациентов. Осень – это и пик простудных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. Доктора рекомендуют своевременно проводить вакцинацию. Карачаево-Черкесии уже началась прививочная кампания. И первыми привились сотрудники Роспотребнадзора. К ним присоединилась и наш корреспондент Альбина Ламкова. Хронические заболевания у вас есть? Нет. Непереносимость лекарственных средств? Нет, ничего. Последние 2 недели не замечали повышение температуры, артериального давления? Нет, ничего. Вакцинация для сотрудников управления Роспотребнадзора Карачаево-Черкесии стала ежегодной. Прививка от гриппа поможет сохранить здоровье и убережет от вирусного заболевания. Медики рекомендуют провести вакцинацию всем желающим до наступления постоянных холодов, когда вирусных инфекций гораздо меньше, да и болезнь после прививки протекает в легкой форме, без необходимости вызова скорой и лечения в стационаре. Привиться рекомендуется и тем, кто обычно пренебрегает вакциной, уповая на силу своего иммунитета. А в коронавирусном году прививка просто необходима. Поэтому при первой же возможности не упустите шанс и поспешите в поликлинику. Но предварительно узнайте о всех противопоказаниях.
прививку можно делать не всем и не всегда. Важно помнить, что все абсолютные противопоказания к любому препарату для вакцинации всегда прописаны в инструкции, отмечает главный санитарный врач республики. Также он рассказал, кому стоит повременить с прививкой. Вакцина делается в любом случае после осмотра врачом. Если у человека есть какие-то аллергические реакции, особенно на яичный белок, если есть какие-то серьезные заболевания, их перечень тоже есть у врачей, то, естественно, они прививки не подлежат вообще в принципе. А отложить необходимо прививку только тем, у кого есть какие-то симптомы простудного заболевания. Также Сергей Бескакутов отметил важность вакцинации от гриппа в условиях возможной второй волны пандемии коронавируса. Мы не знаем, как будет протекать инфекция в организме человека, который одновременно может получить и вирус гриппа, и вирус коронавируса. Это так называемая микс-инфекция. Тем более, что вот в нынешней ситуации у нас сейчас в республике наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, и мы не знаем, что будет у нас и этой осенью, и этой зимой. Для того, чтобы сохранить свое здоровье, каждому человеку нужно позаботиться об этом заранее. Но он должен принимать решение самостоятельно. Я каждый год делаю вакцину. Я думаю, для того, чтобы легче переносить, по крайней мере, легче перенести сезонные зимние заболевания. Но я действительно легче переношу. Важно отметить, что каждый год выпускается новая вакцина. В ней учтены все штаммы вирусов, которые пришли в нашу республику в прошлом году и ожидаются в этом. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Ну а пока наслаждаемся летней погодой. Каким будет прогноз на завтра, расскажут наши синоптики. Карачаево-Черкесии без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 11-14, температура ночью 6-11, днем 22-27, в горах ночью до плюс 5, а днем до плюс 17, в северных, центральных и в южных районах высокая пожароопасность. В Черкеске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 11-14. Температура ночью 9-11, днем 25-27 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. На Клохорском перевале вновь увековечили память советских солдат. На высоте почти 3000 метров прошел региональный форум «Наследие». В нем участвовали работники отдела культуры Карачаевска, представители Тибердинского заповедника, гости из разных регионов страны. О патриотической акции расскажет Аслан Гирюгов. В 1942 году здесь, на высоте 2780 метров, шли ожесточенные бои. 17 августа штурмом был взят Клохорский перевал. Эта история вписана в летопись Великой Победы. Для всех участников восхождения провели небольшую экскурсию по боевым местам. Здесь можно встретить много обелисков и памятных табличек в честь тех, кто проливал кровь ради победы. Были разборные пушки, которые спокойно подымались, можно было поднять. А каким образом? Вот за счет таких конструкций лебедок. Мы видим верхнюю часть этой лебедки. Вторая была на том склоне, то есть туда доставлялось оружие. И вы видите, что прошло 75 лет после того, как отгремели последние залпы войны. Но эта лебедка до сих пор в рабочем состоянии. Символично и название форума – «Наследие». Ведь все мы наследники доблестных воинов. Тех, кто не останавливался перед грозным врагом, освободив свою страну и весь мир от фашистов. Новую мемориальную доску установили на месте захоронения немецких солдат. На ней надпись: «Обидишь друга – наживешь врага ты, врага обнимешь – друга обретешь». Это и отличает данную акцию от многих других, поскольку такой жест показывает, насколько для нашей страны имеет большое значение история Великой Отечественной войны. Это память тем, кто остался на этой земле и лежат в этой земле. Пусть память нас объединяет и пусть память станет символом мира. Участники акции отметили, что подобные мероприятия должны проводиться чаще, ведь с их помощью подрастающее поколение будет помнить и чтить подвиг солдат. На вершине сиял триколор Карачаево-Черкесии, знак мужества, сплоченности и дружбы народов. Аслан Гирюгов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Клохорский перевал.
Век интернета в ногу со временем. Услуги Почты России стали удобны и доступны. В почтовых отделениях доступен широкий спектр услуг. В условиях пандемии клиенту могут доставить посылку даже на дом. О том, какие изменения произошли в работе почтовой связи, узнавал наш корреспондент Алихан Левшоков. Почта России предоставляет различный спектр услуг для граждан. С помощью мобильных почтовых терминалов можно оплатить коммунальные услуги, штрафы и госпошлины. Руководство управления почтовой связи по Карачаево-Черкесии отмечает, что с развитием интернета каждый клиент может легко и доступно получить ту или иную услугу. Когда уже непосредственно при получении посылки или при получении каких-нибудь, уже человек, уже клиент, да, уже у себя дома может в интернет нашем портале, почта Russian Post, зайти и сам уже полностью оформить себе и уже прийти в отделение связи уже с готовым. Он не будет стоять ни в очереди, ничего. Он просто QR-код покажет, и уже наш оператор сразу выдает им посылку. В условиях пандемии коронавируса очень востребованными стали услуги Почты России на дому. Теперь каждый житель республики может отправить посылку или письмо, не выходя из дома. То есть эта услуга не такая уж дорогая. Вот любой клиент, какую посылку отправить, или же посылку принять, или же он может пригласить почтальона, и на дому все это оформить, и все это будет выдаваться. То есть почтальон приносит все вот эти посылки на дом. У нас почтальоны, как выдачей посылок, точно так же они и продажей товаров могут заниматься. То есть они на дому могут прямо в онлайн-режиме квитанцию выдать. Также клиенты могут воспользоваться специальной камерой хранения посылок и в удобное для себя время, не ожидая очереди, забрать свою посылку. Еще появилась услуга «Страховка дома». Посетители дают высокую оценку работе отделения почтовой связи. Я считаю, то, что городу Черкесску нужна наша почта, и я полностью удовлетворен сотрудниками и нашим отделением, потому что здесь быстро, надежно и просто легко получать свои посылки. Очень даже удобно пользоваться своей почтой России. Очень даже внимательные девочки, хорошие. Вот. И в любое время к ним можно подойти, и если даже кто-то что-то не понимает, они могут объяснить, подсказать, помочь. Все этими услугами почты жители республики пользуются достаточно активно, что позволяет многим сэкономить свое драгоценное время. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня день здоровья школьников. Во всех учебных заведениях Карачаево-Черкесии прошел специальный урок «Здоровье». Ученики же 1-й Тевердинской школы имени Крымшамхалова провели занятия на новой универсальной спортивной площадке, которая открылась в день образования республики. О новом объекте, который стал настоящим подарком для маленьких жителей курортного города, Алла Качиева. Мы играем здесь в волейбол, баскетбол. Мы играем в футбол, баскетбол, волейбол. Играем с друзьями, одноклассниками. Теперь у этих и у всех неравнодушных к спорту тевердинцев появилась возможность развивать свои физические способности, оттачивать мастерство, заниматься любимым видом спорта. Такой долгожданный подарок к новому учебному году ученики Тевердинской 1-й школы имени Крымшамхалова получили от руководства Карачаево-Черкесии в рамках федеральной программы развития физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016-2020 годы. Юные футболисты успели проверить поле в деле. Оно соответствует всем нормам и требованиям. Здесь профессиональное покрытие, разметки, сетка на воротах, расчерченные штрафные зоны. Новая универсальная спортивная площадка размером 60 на 30 позволяет школьникам заниматься несколькими видами спорта и предназначена для проведения тренировочного процесса и спортивно-массовых мероприятий. Состояние здоровья ребенка, его физическое развитие, работоспособность и успеваемость в школе зависит от того, насколько правильно организован режим дня. А занятие спортом будет способствовать именно этому. Безусловно, весь коллектив школы рад открытию этой многофункциональной площадки. Безусловно, это и родители, и учителя. И, конечно же, больше всех рады дети, поскольку открытие этой площадки открывает очень большие возможности и для более эффективных уроков физкультуры, и для внеурочной деятельности, работы секций по футболу, баскетболу и волейболу. И, конечно же, мы благодарны и руководству республики в лице главы нашего Тимрезова Рашида Борисбиевича, и главы нашего Карачаевского округа
Динаева Алика Ячеевича. Большое им спасибо за беспокойство и вот за такой хороший подарок к новому учебному году. А представители власти, в свою очередь, пожелали тибердинцам новых вершин и побед. Алла Качиева, Ахмат Чучаев, Руслан Харченко. Вести Карачаево-Черкесия. Тиберда. Наш телеканал и всероссийский конкурс талантов «Синяя птица» объявляет кастинг и приглашает детей со всей страны принять участие в творческом конкурсе. Заявки юных талантов, тех, кто мечтает показать в телеэфире свой танец, игру на музыкальных инструментах, цирковой номер или удивить актерским мастерством, организаторы принимают на сайте проекта «Птица.ТВ» до 20 сентября. Участвовать в кастинге могут дети до 16 лет включительно. Проект «Синяя птица» телеканала «Россия» помогает талантливым детям из всех регионов России сделать первые шаги к своей мечте. «Синяя птица» – место, где зажигаются новые звезды. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас продолжение фильма «Тайны Марии». Приятного просмотра и ждите вестей.